Самаре на проспекте Ленина от улицы Полевой до улицы Новосадовой рабочие перешли к следующему этапу ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия из смеси ЩМА-16. Предварительно поверхность дороги очистили от пыли и грязи и покрыли битумной эмульсией. Использование современных материалов и новейших технологий является одним из важнейших требований при реализации нацпроекта. В настоящий момент завершающий этап уже происходит, то есть подрядчику осталось выполнить сугубо последнюю укладку. Это порядка 1000 метров квадратных. Общая площадь на данном участке ремонта составит чуть менее 35 тысяч метров квадратных. Хочется также отметить, что МГУ «Дорожное хозяйство» ведет контроль на всех этапах. То есть непосредственно при укладке контролируется очистка оснований, розлив битумных вяжущих, температурные показатели смеси, чтобы они были в пределах нормы. В ритме вальса два катка одновременно разравнивают асфальт. Такая синхронность для придания прочности дорожному полотну. А участки, до которых крупная техника не доберется, рабочие вручную разравнивают вибротрамбовкой. Даже с наступлением ночи на этом участке дороги плотный поток машин. Ежедневный автомобильный маршрут для многих самарцев проходит по проспекту Ленина. Каждый день езжу по этой дороге с работы на работу. С утра уже ехала в обратную сторону, дорога была сделана. Конечно, очень удобно, все ровно, гладко. Поэтому если здесь тоже все сделается, будет просто отлично. Планируется, что на данном участке после завершения основных работ будут выполнены искусственные дорожные неровности. Их установят около остановок общественного транспорта. Всего в региональной столице в 2023 году на средства нацпроекта обновят около 43 километров дорог местного значения. Улучшение дорожной инфраструктуры находится на контроле и является одной из приоритетных задач для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ксения Баканова, Константин Головин. События.